Митинг начался под звуки школьного оркестра. В мероприятии приняли участие мальчишки и девчонки, учащиеся гимназии «Эврика». Старт месячнику дан. В этом слове источник силы. Памятник «Три свечи» – это знаковое место. Великая Отечественная война, Афганистан и Чечня – эти свечи горят в память о погибших. Они не отступали, наши солдаты, а боролись до последней капли крови. Не теряли возможности атаковать противника. Этот митинг он помог вспомнить, то, что на этих землях раньше воевали. Наши люди умирали за нас, чтобы свобода была. В муниципалитете ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию. Современная молодежь должна знать свою историю, ведь без прошлого нет будущего. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы у нынешней молодежи сформировалось собственное мнение, собственное видение на те или иные факты истории. Потому что очень многое сейчас, к сожалению, переписывается, поправляется. Мы не должны этого допустить. История должна быть такой, какая она была. В завершение митинга участники почтили минутой молчания всех, кто погиб, защищая Родину, и возложили к мемориалу цветы. Руслан Душевский, Анапа, регион.